Включить не можем, разбито все. Решили проложить прямо по улице новую теплотрассу. Благодаря этой теплотрассе мы запитаем 9 домов. И самое главное, мы запитаем, это школа номер. Там находится самоубежище, там более 200 человек, которые на сегодняшний день мерзнут. Работы ведутся, как подрядчики помогают нам, так и своими силами. Это наша маленькая. К сожалению, блядь, расхерачено так, что приходится все это вот так прямо на коленках, как говорится. А ну, дай я пройду, друг. На коленках делать. Вот такие дома стоят разбитые. Ну, нашли возможность вот такую по улице бросить перемычку. Сегодня мы эти работы должны закончить. Конечно, это некрасиво. Я думаю, после войны мы все это уберем. Но это единственный вариант, хоть что-то сделать. Поэтому работы ведутся. Вторые сутки. Я думаю, что сегодня, либо сегодня ночью, либо завтра к утру мы всем дадим тепло.